Всем привет, с вами Алекс и сайт 3mpc.by. В этом видео начинаю серию запусков игр именно на слабом ПК. Что значит на слабом? Продолжаю, вернее, уже запускал на слабом ПК, но до этого вот были на среднем несколько запусков. Итак, слабый ПК — это 4-ядерный проц, но изначально 6-ядерный FX6300. А вот, частота, да. FX6300. Два ядра просто отключил. Получился 4-ядерный проц. Вот, 4 ядра только. Так, частота стандарт 3,5-4 гигабайта оперативки, но поставил файл подкачки 8 гиг. 8000 мегабайт. И видеокарта. Простенькая видеокарта GeForce GTX 550 Ti. Гиг памяти DDR5. Последний драйвер. Так. Окей, окей. Так, Assassin's Creed Unity на слабом ПК, на 550 KT. Посмотрим, проявит ли она себя лучше или точно так же, такой же будет требовательной к видеокарте, как и Syndicate. Итак, для минималок, для Unity что нужно? Процессор 5 2500 K с частотой 3,3 ГГц или 8-ядерный AMD FX8350 с частотой 4.0. Ну, не подходит, да, мой процессор сюда. Оперативка 6 гигабайт, у меня только 4, плюс файл подкачки и видеокарта уровня 680 или 7970. Но посмотрим, да, конечно, комп вообще сюда не подходит, но посмотрим, получится ли получить приемлемый FPS на таком слабом ПК в Assassin's Creed Unity, хотя в Syndicate не получилось там, ну да, там до 20-ки изредка доходило в каких-то моментах, но в основном падение до 4-5 даже, поэтому там проблемно. Все, давайте, давайте по-быстрому отрубаю всю фигню. Обязательно, чтобы разгрузить немножко систему. Так, все вырубаю обязательно. И антивирус. Все, чищу оперативку. Так, почистила мне 286 мегабайт. Все, запускаю игру. Так, ну что, я в игре. Уже такие тревожные пока. Тревожная ситуация, тормозуха даже в меню. Даже еще не заходил в игру, уже все. Уже тормозит Unity просто край. Уже показывает 11 FPS. Full HD, правда, все стоит. Давайте сейчас покажу графен. Все, Full HD, все на низких. Воу, не то чуть-чуть, не то чуть-чуть. Так, 1120 на 1080, качество графики, все низко, вертикалку само собой отрубил. Все, давайте захожу в игру. Так, ну что, я в игре. Так, секунду. Воу, тихо. Так, я в игре, да, FPS просто супер слабый. 5 FPS лишь показывает, то есть, ну, блин, да, упирается. Проц, кстати, да, понятно, что проц и в предыдущем видео на более мощном ПК упиралась в 6-ядерный проц, там я не спорю, да, то есть проц здесь, видеокарта всего лишь сейчас на 30% прогружена, все, 90% проц загружен, то есть проц в ассасинах просто жрет неимоверно, очень сильно, но это запуск именно на слабом ПК, именно 4-ядерный проц, я не думаю, что если у кого-то 4-ядерный проц, то он будет намного мощнее, чем этот, чем FX6300. Так, то есть это даже может быть более слабое ПК, можно и на двух ядрах, но особо нету смысла запускать. Так, значит, ладно, давайте немножко пройду, что тут жрет 994 видеопамяти из 1000. Так, прот загружен фактически на 100%, оперативки 4 гигабайта только жрет. Так, да, все здесь упирается в проц очень-очень-очень сильно. И даже вообще нет возможности. Я даже, наверное, не пойду на ту площадь. Хотя, наверное, сейчас дойду, почему бы и нет. Схожу на ту площадь, где очень много людей. Блин, посмотрю вообще, как тут. Так, стоп. FPS очень маленький, 2-3 всего лишь. То есть очень-очень, конечно, неприятно играть. И ситуация точно такая же, как с Syndicate. О, сейчас счет-то начало адски тормозить. А, ну больше людей, все. Я думаю, даже на ту площадь, наверное, нету смысла идти. Так, хорошо, я понимаю, что разрешение здесь ничего не даст, обычно не дает. Но все-таки давайте попробую. Давайте попробую что-то. Так, ну по настройкам вроде бы я все убрал, все, что можно. То есть, ну, больше нечего убирать. Я понимаю, что упирается. Ну, все-таки давайте попробую снизить разрешение, потому что потом будете спрашивать, почему не попробовал. Но, скорее всего, это ничего не даст. Именно вычислительные функции процессора упираются в игре. В
проц упирается. Так, больше ни масштабирования, ничего здесь такого нету. Давайте самое низкое разрешение здесь поставлю. Здесь даже вот есть чуть-чуть меньше, чем HD простое. Так, да, то есть это ничего не даст в игре, потому что упирается разрешение, это уже больше график, но видюха здесь простаивает даже на 20%. Очень-очень требовательные ассасины к процессорам, просто сумасшествие какое-то. Да, вообще никак, то есть 4-ядерный проц здесь вообще не тащит на частоте 3,5, этот FX6300 вообще никак. Ну фактически это проц FX, блин. Проц FX400. Четырехъядерный. Вообще здесь никак не катит. Даже на простом HD поиграть невозможно. Так, ну что еще? Теоретически больше... А, сейчас файл подкачки, секунду, не включился. Сейчас включу. Вот, а то не показывал, чтобы... находился в углу экрана загрузка файла подкачки. Значит, 3.8 оперативки жрет вместе с подкачкой 5.5. Еще по 2 гигабайта подкачки жрет на низких настройках. Да, все уперлось в процессор, то есть для игры нужен минимум FX6300 хотя бы, шестиядерный проц. Ну или от Intel i5 какой-то, потому что на i3, скорее всего, тоже будут большие проблемы. А какой-то i5-2500 хотя бы, что-то такое для ассасина. Все остальное просто адская тормозуха, как видите. Все уперлось в проц. Так, а что еще я мог сделать здесь? Ну, вроде бы больше ничего такого не могу сделать. То есть вот здесь вообще очень-очень много людей. FPS вот 3 вообще, просто край. Секунду, кстати, тут, наверное, сейчас адский этот. По предыдущему видео я посмотрел, что слишком громко звуки. Сейчас я все-таки... Но здесь особо, в общем-то, долго нету смысла задерживаться. Потому что, как видите, на этой системе Unity вообще не играбельный. Ну, блин, я не знаю, я думал хоть как-то, хоть пятнашка, что-то вообще. Ну, то, ну фактически, как Syndicate, тут то же самое. На слабом ПК не получилось вообще, ну, получить хоть сколько. Ну, то есть тоже 4-5. Так, давайте-ка уберу. Блин, давай быстрее реагируй. Так. Громкость музыки. Эффектов, сейчас, секунду. Так, все, я на этой площади, на которой полноценный FX6300 шестиядерный. В общем-то, неплохо. На высоких можно вполне играть. 30 плюс FPS получить. Но четырехъядерный на частоте 3,5, фактически FX400. То есть, ну, вообще никакущий. Вообще ноль. Уперлась чисто в проц. И смысла дальше уже больше ничего тут нету делать. Поэтому, ну, такие вот дела. Unity на слабом ПК вообще не поиграть. Хотя видеокарта вытянула бы всю фигню эту на низких. Весь графен, все бы пошло, но в проц все уперлось очень сильно. Даже наверное, по-моему, сильнее, чем в Синдикете. Хотя нет, да я в Синдикете там хоть двадцатку где-то получал. Под двадцатку иногда я себе... Ну вот давайте в улочку пройду, я понимаю, что это особо ничего не даст. Блин, сейчас, наверное, нарвусь на кого-нибудь. Нет, даже, знаете, скачка до 10 нету. То есть очень-очень, блин, развернулся резко. То есть, ну, как видите, Unity на слабом ПК никак не пошел. То есть очень-очень почему-то по какой-то причине требователь. Может и по делу, я не спорю. Фига себе, я попал куда-то резко в здание оказался. Тут была дверь хотя бы или нет? Или это, блин, я провалился в текстуры? 100% провалился, я вам серьезно говорю. Смотрите, здесь только зачатки каких-то этих. Воу-воу-воу, стоп. Какой-то комнаты, помещение, только зачатки. Ее здесь фактически нету. Провалился в текстуры. Здесь нифига нету. Сейчас. Все? Выйти никак? Или смогу? Все, оказался заперт. Блин, это знаете, как в этом, как в каком-нибудь фильме ужасов. То есть ты все, находишься в комнате, в какой-то вроде бы, в помещении вроде бы, там уже все, все люди вот за окном, все, казалось бы, выйти, покричать, а никак, никак не получается. Не выйти, нифига. В итоге даже застрял. Все, такие дела. Попал в какую-то секретную комнату, из-за которой, наверное, дают $1 000 000. Там вообще какой-то интерстеллар полнейший. Ну, кстати, интерстеллар крутейший фильм. Всем советую посмотреть. Просто обалдеть. Просто, блин, смотри, фильм на века. Тут все, я через текстуры, как нормальный крутой ассасин, прохожу.
Все круто. В общем, да, Интерстеллар. Все, пожалуйста, вот я оказался. И сейчас нужно решить проблему какую-то. Все. Это Unity Interstellar, наверное, пока закончен тест, так сказать, потому что все, дальше нету смысла. Все, слабый БК, не получилось в Unity поиграть никак. Так, ну, наверное, на этом все. Больше я даже не знаю, что здесь еще сделать. Да, пока все, не забывайте смотреть на ссылки в описании, там выкладываю что-то интересное. Помогите, как? Этот, Тарс. Что мне делать? Что говорят люди из пятого измерения? Тарс, что за фигня? Где я? Почему я оказался? Я всего лишь обычный ассасин. А, с мечом. Ладно, хорошо, все тогда. Давайте. До следующего видео. С вами был Алекс и сайт 3mpc.by. Спасибо за просмотр.